Всем привет, мы продолжаем проходить Life is Strange, это 13-я часть, и скорее всего она последняя в плане первого прохождения. Вот, и чё, буду сидеть там, мы пришли там в какую-то кафешку, по-моему, если не ошибаюсь, там что-то горело все. Смерч, дикие разрушения, там помогали мы людям, снова Алису помогли, да, вот сюда мы зашли в прошлый раз. Видимо, сохранение удачное вообще получилось у нас, отлично. И как же мне отсюда выбраться? Возможно, где-то фотографию какую-то найду. Что-то Хлои там было. Я не успел прочитать, я смотрел на газету. Надо сначала читать субтитры. Ох, аж грустно стало. Играем все... А, ну это бейсбол, да? Угу. Конечно... блок... Зачем? Ну давай. Ага. Фига, я даю. Ой. Он мертв. Его убил током. Извиняюсь. Так, рыбак, можешь отойти оттуда? Блин. А как мне его так пнуть? Может, банк какой-то с ней швырнуть банкой просто? А, я знаю. Ля-ля-ля. Так, и сюда. Мужик, вставай. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Соберись, вам нужно скорее бежать отсюда. Мне нужно подальше, мне нужен воздух. Хватит с меня бурь. Ну так пошли. Бля, серьезно? А что теперь делать? Мы заперты. А можно так? Но вам нужно выбираться отсюда. Город умирает. Мне нужна фотография Уоррена. Мы так могли об стекло порезать. Вообще, вот так делать не стоит. Там надо как-то обезопасить себя. Потому что те стекла, которые там на окне, они просто дико острые, прям вообще. Раздерут просто нафиг все. Так, дверь, главное, не забаррикадировала, хорошо. Что происходит? А что происходит? А, ни хрена себе. Вот вход, да? Угу. Черный вход. Не дать взорваться всему и вся. Опа, это кто? А, ну она труп, поэтому я не буду ей помогать. No need to go there now. В смысле, нечего? А-а-а! Где огонь-то ползет? А где? Я не вижу. А, вот это что ли? Ясненько. А что с этим сделать-то можно? Да, я понимаю, погоди, я не понимаю, что делать просто. А что я должен сделать-то? И погоди, опять непонятно. Я что-то хожу, но ничего нету. Может, предмет какой-то?
минус полиция. Тут ничего не делается. О, песок. Не видел его даже. Да. Может побольше накидать? Ну типа это небезопасно так. Надо побольше нахерачить огромную гору песка. Так, заглянуть, да? Открыть можно только. Поздравляем что-то с кем-то. По крайней мере, голодным здесь никто не останется. Клянусь, я пытаюсь понять, как мне это сделать. Прижми их, Джульет. А, ну ты... Я это видел, да. Макс! Макс! Тихо, тихо, мне нужно срочно уходить. Боже, дорогая, я так рада тебя видеть. Ты в порядке? Да, а вы? Закусочная еле-еле держится. Не знаю, переживем ли мы торнадо. Бедный офицер Берри и все эти люди знают. Ладно, заходи, а мне нужно вернуться к этому господину на полу. Уоррену удалось собрать оставшиеся медикаменты. Тут не так много, Джойс, но это все, что у нас есть. Ты в порядке, Уоррен? Как я мог игнорировать все эти предупреждения, Макс? Снег, затмение. Ты бы все равно ничего не смог сделать, Уоррен. Какой же я дурак, я должен был это предвидеть. Фотка где? Я рада, что они в безопасности, но мне нужна фотография Уоррена, чтобы помочь Хлое. Давай поговорим. Давай, Макс, поговорим там, чтобы не мешать Фрэнку отдыхать. Джойс, ты как держишься? Только я подумала, что все худшие позади. А где Хлоя? Я найду ее. Только не в такую бурю. Я не позволю тебе выйти наружу, Макс. Это не твои... Я просто буду молиться, чтобы Хлоя и Дэвид где-нибудь спрятались. Мне жаль, Джойс. Не стоит, дорогая. Не ты же нагнала нас это торнадо. Я хотел сказать, мне жаль, что так получилось с Дэвидом. И в этом ты тоже не виновата. Дэвид взрослый человек, и опыт у него побольше. Даже если он этого не показывает. Прости меня. Прости меня за то, что я создал столько проблем между Дэвидом и Хлоей. Ты поступил правильно. Дэвид перегнул палку. И я перепутал глаза. Я подозревал, что он слишком заигрался со своим наблюдением. Но ему очень жаль, и я бы хотел, чтобы он сейчас был здесь. Я просто хочу вернуть ту нормальную жизнь. Думаю, ты права, учитывая, сколько дерьма приключилось за эту неделю. Взгляни на меня, пытаясь тут семью собрать воедино опять, Макс. Я зря погнал Дэвида. Ты нужна Дэвиду. Дэвид спас меня от бури. Я видел, как сильно он заботится о Хлое, хоть сама этого и не показывает. Сейчас ты нужна Дэвиду как никогда, и теперь я не понимаю, почему ты его любишь. Рада слышать, что Дэвид помог тебе. Война сильно его изменила, но он правда хочет помогать людям. Он даже согласился сходить к семейному консультанту после того, как ударил Хлою. Уверен, он с трудом на это согласится. Это говорит о том, что он и правда заботится о вас и с Хлоей. Я буду по-настоящему счастлив, когда Дэвид и Хлоя перестанут ссориться. Но я не знаю, что для этого нужно. Я просто... Хочу, чтобы эта буря никогда не прекращалась. Возможно, пришло нам время уехать из Аркадии Бэй, если получится.
Дэвид настоящий герой, Джойс. Все, чего он хочет, так это, чтобы ты была счастлива. Ради тебя и Хлои он готов на все. Знаю. Да, он, конечно, не такой, как Уильям, но это нормально. Он не должен быть на него похож. Я вот вспомнил, как он впервые ворвался в мою жизнь. Тогда я уже была готова сдаться. Любовь Дэвида придала мне сил. Он даже сказал, что я его героиня. Я не могу предать его любовь. Я хочу, чтобы он вернулся. Надеюсь, я смогу ему об этом сказать. Что-то тут заболело. Возможно, ты за голосом. Так, теперь с Фрэнком пошли поговорим. Так, Макс, ты уж прости, но мне нужно помочь другому господину. Фрэнк, я так рада, что ты здесь. Я тоже. Вот бы и Рэйчел была тут. Ну, кстати, вы там помогла информация, которая ты добыл? Вы с Хлоей узнали, что-то не случилось? Рэйчел мертва. Ну, Фрэнк, я не знаю, как это сказать, так что просто скажу, Рэйчел мертва. Господи, нет, умоляю, только не она. Просто не Рэйчел. Быть такой не может, блядь, не может. А ты уверена? Ты есть? Откуда ты знаешь? С помощью списка имен, которые ты нам дал, мы вышли на старый амбар. У моего преподавателя Марка Джефферсона есть жуткая комната для фотосессий. Через Нейтана Прескотта он доставлял наркотики, накачивал ими студенток Блэквелла и убивал, фотографировал, да. Прескотт? Блядь, а я, сука, так и знал! Не нужно было вообще связаться с этим уебаном. Помпиду его ненавидел. Чё? Так ты видела Рэйчел? Ну да. Ну типа, а чё тут врать-то смысл? Да, но лучше бы не видела. Мне очень жаль, Фрэнк. Нейтан хотел впечатлить Джефферсона, и он убил ее. Как? Как он ее убил? Передозировка. Ну мы знаем это. Он накачал ее каким-то наркотиком, и она словила передоз. Передоз? Нейтан мог раздобыть наркотики только и у меня. Я убил свою львицу. Нет. Ты тут ни при чем, алло. Что я наделал? Где этот ебаный Джефферсон? Он угодит за решетку, где уже никому не сможет навредить. Рэйчел, боже. Она была единственным лучиком света в моей жизни, Макс. Я, конечно, понимал, что она слишком молода. Был почти уверен, что она бросит меня, но... Не таким образом. Я бы никогда не помешал ей следовать за своей мечтой. И Хлоя тоже, кстати, это важно. Знаю, и Хлоя тоже. Я знал, что они с Хлоей были близки. Ревновал даже. В смысле? Но теперь я понимаю, почему Рэйчел так за нее держалась. Хлоя хватило смелости попросить меня о помощи, хоть мы и не особо ладили. Хлоя бы оценила твои слова. Когда я впервые встретился с отцом, этот ублюдок процитировал Библию и сказал, что хочет. Войти оправданным в дом свой. Иными словами, поступить правильно. И я тоже этого хочу. Может, ты мне в этом поможешь, Макс? Не пойми меня неправильно, девочка. Я все еще думаю, что ты странная, но клевая. А чем я тебе помочь должен? Самоисляя. А того мужика я не могу говорить, ладно. Погоди, вдруг что-то есть. О, Помпиду. По крайней мере, у Фрэнка все еще есть Помпиду. Присесть, ну конечно. Ну давай посидим. Трудно поверить, за все пару часов назад люди здесь завтракали. Ну это не буду включать смысл. Просто поговорить пускай. Да ладно. То есть ты до этого на меня кидался, Макс? Посиди минут. Отдохни. Здесь я убедил Хлою, что могу обращать время. И в чем же смысл этой силы? Чему
Она хотела меня научить. Исправить то, чего я сама и стала виной? Нет, я ведь даже не просил об этом Дарри. Но зато я смогла остановить Марка Джефферсона. Только поздно. А теперь могу предотвратить смерть Хлои. Последний раз. Все, подъем. То есть эта псина на меня откидывалась до этого? Yes. Как это говорится на чешском? Док, как говорится на английском. Ину, как говорится на японском. На испанском я не помню, к сожалению. Ладно, поговорить. Стой, стой, стой! Блин, там медикаменты были какие-то. Ненавижу говорить. Я рад тебя видеть, но я и правда рад. Ничего страшного. Главное, что ты в порядке, в безопасности. И после того, как ты навалял на это, но я знаю, что ты можешь за тебя постоять. Давно нужно было поставить его на место. Черт, Макс, не верь, что сюда пришла. Во время сильнейшего шторма, ради одной фотографии. Я ведь знаю, что ты не ради меня. Уоррен, я пришла ради всех вас. Просто скажи, что у тебя с собой фотография. Я просто хочу... Замолчи, выслушай меня. Ну да, наконец-то ты расскажешь мне то, что не рассказал тогда на парковке. И мне жаль, что я этого не сделала, так что расскажу сейчас, не вдаваясь в подробности. Постарайся мне поверить, хорошо? Не вопрос, рассказывай, только по-быстрому. На уроке Джефферсона у меня было видение о торнадо, уничтожившей Аркадию Бэй. Я вышел в туалет и увидел, как Нейтан Прескотт заставлял мою лучшую подругу Хлою... Улавливаешь? А что тут улавливать? Продолжай. А потом я выяснил, что могу перематывать время. В конце концов, показалось, что Джефферсон псих и очень опасен. Вау, а что еще? Он убил Хлою. Я должна вернуться назад во времени, Джефферсон убил Хлою. Я не могу позволить этому случиться. Я должна что-то предпринять, Уоррен. Алло, Робс. Макс, твои перемещения во времени? Вот что вызвало эту бурю. Это все из-за меня? Ну как? Че с Артом? Я не ученый, хоть и притворяюсь им в школе, но... Это похоже на действие противодействия, теории хаоса. А что случилось с Джефферсоном? Он не навредил тебе? Он накачал меня. Ну и через Нейтана он добывал дурь и деньги. Джефферсон связал меня. Часы накачал каким-то наркотиком, а потом фотографировал. Это было так ужасно. Макс, мне так жаль, что тебе пришлось через все это пройти. Ты самый смелый человек из всех, которого я встречал. Которых. Да я теперь хочу убить этого ублюдка. Где он? Пайтман, долгая история, которую мне срочно нужно изменить. Рэйчел, разве это плохо? На каждое действие есть противодействие. Каждый раз, изменяя время, ты запускал цепную реакцию, даже в природе. Стой. Ты мне веришь? Ну он верит, это понятно. Больше времени вместе. С кем? С Хлоей? С ним? С кем? Я не понимаю. Все это моя вина. В принципе, логичный вопрос, но ему уже это спрашивали. Поэтому, типа, ладно, побольше времени вместе. Уоррен, я знаю, это безумно звучит, но я могу рассчитывать только на тебя. Вот мы проводили больше времени друг с другом. Ты мне веришь? Макс, конечно, я тебе верю. Ты самый потрясающий человек из всех, кого я встречал. И я рад, что ты мне доверяешь. Я всегда тебе доверяла. Вот бы еще могла и силам своим доверять. Наверное, мы никогда не поймем, магия это или наука. Не знаю, кортовая нора или... проделки волшебника, но ты определенно являешься частью чего-то большего. Я не верю в судьбу, но за эту неделю я понял, что ни хрена не знаю о мире. Не ты один, Уоррен.
Я знаю, что ты здесь не просто так, а вот зачем конкретно. Это тебе нужно узнать самой. Макс, мне жаль, что ты ввязался в... Даже не знаю, как эту хуйню обозвать, но я полностью уверен, что ты поступишь правильно, когда придет время. Я горжусь тобой, Макс. Что может быть важнее этого момента? Так я еще и оказался рядом с тобой в такое время. Спасибо, что доверилась мне. Спасибо, что ты рядом всегда. А медикаменты какие-то, погоди. Их можно? А их можно взглянуть просто? Хорошая работа, Орен. Надеюсь, этих припасов хватит. Что? В смысле? А, сфокуй. Эй, береги себя. Я не знаю. Вот типа проигнорировать точно нет. Я думаю, между обнять и поцеловать. Я просто что говорил-то об этом в прошлый раз, то, что мы с Хлоей будем, но что-то я сейчас не уверен, что вообще мы можем быть с ней. Вроде как подруги. Ну давай, ладно. Блин, а там. А нет, она нашла там этого пухляка. Ну давай, ладно. Фелак. Все, он доволен. Если мы не переживем ураган, я хочу сказать... Знаю, Лорен. Ну а как же? С того момента я буду принимать только правильное решение. Клянусь. Поэтому ты и Супер Макс. Что-то не скажешь, что он счастлив с этого. Что-то не то, что-то, ладно. Так, правое, левое. Мне кажется, сейчас его мир развалится просто. Не просто так же глава называется, как раскол, что ли? У нас нет времени на эту херню, пошли, Макс. Клоэ. Господи, чувиха, что на тебя нашло? Я просто рада, что мы вместе. Видимо, вам нужно что-то обсудить. Не парьтесь, все нормально. Я тоже рада, что ты со мной. Что происходит, Макс? Нам нужно немедленно найти Нейтана. Прости, Орен. Он, блядь, заплатит за то, что сделал с Рэйчел. Клоэ, подожди, послушай меня. Я могу идти и слушать одновременно, ладно? Смотрите, хоть раз меня послушай. Ладно, Макс, я вся внимание. Клоэ, тебе нельзя идти на эту вечеринку, иначе ты умрешь. Ты воспользовался твоими силами, так? Напороточил со временем? Не совсем. Ты должна подстраховать меня, чтобы этот сученыш Нейтан ни за что со мной не справился. Ты права, но дело не в нем. Марк Джефферсон убил тебя и других. Джефферсон? Тот, который преподавает искусство? Что за бред? Это Нейтан Херов, серийный убийца. Мы видели доказательства. А теперь прошу меня извинить, но мне нужно на вечеринку последить. Ты со мной? Нейтан мертв. Нейтан мертв, а ты в опасности. Этот хуйтос уже мертв? Откуда ты знаешь? Потому что я была там. Пожалуйста, расскажи, что произошло. Прошу тебя. Это все можно рассказать? Чё ты от меня хочешь? Джефферсон накачал меня. Джефферсон психо... Ну, во-первых, он психопат, да. Марк Джефферсон оказался психопатом. Так, Макс, зайдем вместе и прямо сейчас надерем ему зад. Джефферсон накричал меня. Забудь о прошлом. Что это за варианты ответов? Я вообще не понимаю, о чем речь. Что забудь о прошлом? Она скажет, иди ты нахуй.
Не бросай меня. В принципе, логично. Джефферсон накачал меня. Ладно. Хлоя. Джефферсон накачал меня наркотиком и похитил. Связал в своем бункере. Ты понятия не имеешь, что я прошла. Я не могла позволить тебе погибнуть. Ради тебя я вернулась, я не могу снова тебя потерять. И не потеряю. Макс, мне так жаль. Это ведь я втянул тебя в это дерьмо. Никто не должен проходить через подобное, особенно ты. Теперь мы просто обязаны остановить Джефферсона. Да успокойся ты, ё-моё, пошли в полицию. Пули нам в помощь. Нет, только не так. Хлоя, я не могу продолжать все это что-то справлять. Если с каждым разом становится все хуже. Я знаю, к чему это приведет. И я боюсь прибыть все эти альтернативные реальности. Подожди, альтернативные реальности? Да что, Макс, что ты сделал? В смысле? О чем она? Что она сделала не так? Что? Погоди. Я не понимаю. Ну ладно, я проебался. Видимо, она что-то сейчас расскажет мне. Я проебался, Хлоя. Я хотела все исправить, но все стало еще хуже. Макс, что ты, черт побери, несешь? Ну, я вернулся назад во время. Я не понимаю, что. Я вернулся в прошлое, последний день жизни Уильяма. И не дала ему сесть в машину, но... Потом все вместо него попал ты. Видел моего отца? Ты была полностью парализована, мучилась от боли. Ты медленно умирала, и поэтому... Попросил меня прервать твою жизнь. Но, Хлоя, я не могла так поступить. Я просто должна была вернуться в это время и снова тебя увидеть. Должна была. Господи, Макс, это... Это, наверное, было ужасно. Мне так жаль, что я вынудил тебя пройти через это. О, она нормально отреагировала. Тебе пришлось гораздо хуже. Но я понятия не имею, что произойдет. И, как обычно, я все испортила. И больше никогда не хочу причинять тебе боль. Ты должна мне поверить. Ты же заметите верить. Думаешь, я бы знала, как поступить в подобной ситуации? Да никто бы не знал. Главное, что мы снова вместе. Ты права, поэтому ты должна пойти со мной. Так будет... Так мы будем вместе и останемся в живых. Я тебя понимаю, Макс, но ты действительно думаешь, что Джефферсону должно сойти с рук убийства и пытки? Разумеется, нет. Если мы расскажем все Дэвиду, он нам поверит и сможет его остановить. Ведь так? Не понимаю, почему ты хочешь ему довериться после того, как еще недавно... Он же даже не живет... Так, Дэвид спас меня. Во-первых, ты не безразлична Дэвиду. Ну, в принципе, да. Ну, тут все опять подходит, я хер его знает. Такое ощущение, что, знаете, это... те варианты, которые здесь собраны, чтобы просто сюжет не размноживать вот к концу. Я не знаю, мне вот такое ощущение. Допустим, Дэвид давно за ним следит. В принципе, да. Ну, только что это иметь в виду? Вообще, ну, это никак не психологически не отдавит воздействие на Хлою. Она скажет, ну, следит и следит, как бы вообще пофиг. Ты не безразлична Дэвиду. Как бы да, но при этом... Дэвид спас меня. Это второй раз опять, когда я на себя возьму. Чёрт.
Ну давай, ты не безразлична, да, допустим. Таким бы он не был мудаком, Дэвид и правда беспокоится о тебе. Да брось, будто когда он ворвался ко мне в комнату, видел бы ты его облегчение, когда я соврала и сказала, что ему что жива. Иначе бы он был сломлен. Ты серьезно? Я представить не могу, как он выражает кому-нибудь свои чувства. Ну, кроме мамы. Каков план? Расскажи ему все, в том числе, что Виктория в опасности. Хорошо, ты через многое прошла, я тебе верю, Макс. Я все еще твой верный компаньон. Несмотря ни на что. Да, именно так, послушай. Через пару минут я ничего из этого не буду помнить, абсолютно. Мы должны остаться в твоей комнате и ничего не делать. Потом мы расскажем все Дэвиду и, наконец, позволим ему сделать свое дело. Тебе придется в точности мне все пересказать. Просто объясни мне, что я путешествовала времени через фотографии. А ты мне поверишь? Я всегда тебе верю, Хлоя. А ураган? Ураган-то остался. О, Хлоя! Как я вижу, реальный Макс вернулась. Ну и как прошло путешествие во времени, подруга? Замолчи! Ты жива, господи, мы обе живы. Я столько всего сделала, чтобы вернуть тебя, Хлоя. И сработало. Ты снова со мной. Похоже, даже судьба не хочет нас разлучать. И ты преодолел столько реальности только для того, чтобы снова спасать мою неблагодарную задницу? Надеюсь, оно того стоило, но... Вот с этим что делать? Я не стану тебя винить, если ты захочешь, чтобы я ушла из твоей жизни. Да ладно тебе, на этой неделе звание короля и королевы драмы Аркадий Бэй официально принадлежит мне. Ты только посмотри, что натворили мои силы за такое короткое время. Я же никто. Да ты же гребаный Макс Колфрид, боец времени. А если бы у тебя не было этих сил, то все равно бы остался добрый и заботливый. А такой подруги, как ты, может только мечтать. Ты не попросил всего этого, но почему бы ты тому не виноват? Так что смирись с тем, что ты... Может, я как раз это спровоцировала. Ведь я всегда хотел, чтобы моя жизнь была необычной, наполненной приключениями, но не без тебя. Она была банальной, пока я не переехал сюда. Без тебя у меня не появились никакие способности. Каким-то мистическим научным образом, которого нам никогда не понять. Нам было суждено быть вместе именно в этот момент времени. Мне иногда кажется, что все это Рэйчел, где-то там, далеко борется за правосудие. Я бы тоже хотел так думать. Мы обязаны... Рэйчел Эмбер. А теперь расскажи, что случилось. Ты же все помнишь, да? Мы ушли с вечеринки, убедившись, что Джефферсон не сможет нас найти. Впервые я была рада, что живу в гребаной крепости. А потом разбежался шторм, и ты сказал, что у маяка мы будем в безопасности. Хлой, смотри, буря усиливается, шторм приближается. Мне даже не верится, что это происходит. Да еще и из-за меня. Прекрати тебя кормить. Мы все уже достаточно страдались. О боже, ты гляди. Только посмотри на этот ужас. Кто знает, может это месть Рэйчел, наша месть. Маяк вне зоны торнадо, погнали. О, что, Хлоя? Я держу тебя, Макс. Альфред Хичкок назвал фильм маленькими частичками времени. И это можно... Я вернулся в класс? Какого черта? Успехом отнесись. Я снова должна слушать лекцию Джефферсона? Окей. Неужели застрял в временной петле? Бьюлер,
Diane Arbus. Be calm and don't freak out. Why Arbus? Yet. Так, что сделать надо? You feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers and children. She saw humanity as torture. Что? What's going on? And frankly, it's bullshit. Nobody even cares. Keep that to yourself. Seriously though, I could frame any one of you in a dark corner. What the hell? And capture you in a moment of desperation. Everybody's gone. Все пропали. Have I told you? Неужели совсем схреначило время? Бессмыслица какая-то. Что происходит? Это чересчур жутко. Я хочу сдохнуть, чё? Макс, если ты это читаешь, значит ты мертва. Мистер Джефферсон, целую обнимаю. Ты тоже не умерла? Нет, ты жива? Рэйчел Эмбер. Что, блядь, происходит? Я что-то не понимаю. Чё? Рэйчел этого не заслужила. О, нет. Что-то вообще загадочное, непонятное. Я не куплю на это. Не куплюсь. Лузер дня. Я вижу тебя, Макс Колфрид. Даже не думай ходить, пока мы не поговорим о твоей фотографии. Мне просто интересно узнать. Не желаешь ли ты провести остатки своей жизни в проявочной? Так не порой, что меня так вдохновляет, и мы могли быть так счастливы вместе. Кому нужны селфи, когда я могу подарить тебе портреты? Что? Я люблю... Что? Кто это выберет вообще? Мои селфи — говно на палочке. Спасибо за убийство в Клои, во-первых, да, пошел нахуй. Что? Стой, это не то, я думал не то. Это, думал, сарказм. Можно сказать, чтобы оказали нам обоим огромную услугу. Клои никогда не будет ценить тебя так, как я, Максим. И да, я настаиваю на том, чтобы звать тебя Максим все время. Я думал, это сарказм просто. Это не за правду, я в это не верю. Блин, что ж там за дверью? Что происходит? Что за бакханалия? Я сейчас вообще какой-то прокрастинация такой, который, знаешь, мозговой. То есть она плачет там над собой сейчас, да? Но мне надо в свою комнату, наверное, нет? Нет. Что? Она встала. Привет, Кейт. Макс, зачем ты отговорил меня прыгать с крыши? Что за подруга такая? Ты меня никогда не понимала. Так и что со мной происходит? Теперь моя семья никогда не оставит меня в покое. А это значит, что я всегда буду одинока. И все благодаря тебе. Это неправда, Кейт. Я всегда была твоей подругой. Ебани на что-то навертели тут вообще. Мы в каком-то переходном моменте между жизнью и смертью, что ли? Что это? Или это типа галюки? Сейчас вот это работает. И я очнусь около маяка сейчас. То, что нам с Хлоей типа то это несет. Еще раз. Ага. Зачем мне смотреть? Это тоже. Мне нужно правильно дверь открыть?
Ну, либо свою, либо Кейт. Давай за Кейт, потому что она что-то странную херню какую-то говорила. Окей, это неправильный выбор. Может, здесь какие-то номера где-то написаны в коридоре? 224. Я не понимаю, что там... Опа, ключ. Ключ, ключ. От чего ключ-то? 218, окей. 23. 24. 17. 18 следующее. Вот это. Так, Рэйчел. Рэйчел Эмбер. Мой ангел. Так, что делать-то? Рэйчел Эмбер, здесь нет комнаты. Душевая открыта. Это неправильный выбор. Ну, двери здесь дохренища. Типа, я просто так не разберусь с этим. 318, такой, по-моему, вообще нету. Давай в свою. Нет, тоже не работает. Вот это что? Это, ну что-то должно подсказку давать, наверное. Мы заходили 218-е. Тара Гарсия, чего? Какая Тана Гарсия? Кто эти люди? Ладно, Рэйчел Эмбер, 224-й. Окей, здесь я должен к Виктории попасть, походу. Виктория Чейз, 221. Здесь понятно вроде бы. Ну иначе смысла просто нет. Ненавижу Виктория Чейз. Виктория Чейз рулит. Это какие-то страхи. Виктории, да? Окей. Макс Колдфридл теперь. Так, мы опять можем 219, это, в принципе, повторять все то, что до этого было. Только что мне делать? Мои фотографии повсюду. Они создают какие-то рисунки, по идее. Ну, в принципе, возможно, что-то с ними. Белки. Давай фото сделаю, что нет. Это для Самуэля. Самое время для фото, конечно, да. Ну, в мою комнату, мне кажется, возможно, надо. Да, попробуем. По аналогии с... Да, все верно. Ага, время назад идет. Я бы довод пошел.
Видимо, я сломала время. Стой, музыку слышно? А с ней можно как-то взаимодействовать? Ясно. Взаимодействовать, походу, никак нельзя. А, прошу прощения, могли бы вы смотреть, куда идете? Вы что делаете? Вы меня запираете вообще своими спинами. Опа, олень. Олень, стой! Да ладно, музыка похожа все равно. Даже не пытаясь спрятаться, Макс. Иди сюда, позволь мне запечатлеть тебя. Стелс? Джефферс снова ищет меня? Нет. Куда идти-то? Пойми, прошу, пойми меня. Что? Он меня заметил как-то? Как? Макс! Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Он же там. Макс? Я... Что? Куда идти-то? Макс. Где я? Какой-то стелс пошел, блин, внезапный. Блин, какая неудобная камера, просто обалдеть. Угу. И что с этим делать? Дойти-то вообще успею? Ну, видимо, да. Доброе утро, Блэквелл, это доктор Лейс, и сейчас я смешаю Макс Колфилд с грязью. В маяке я буду в безопасности или проснусь. Так, тень туда падает целиком. Макс, где ты? Выходи поиграть, давай. Давай поиграем. Кто это? Это Уоррен? А он-то чё? Блядь, что за пи... Что? Ага. Во-в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 о
Лал. Что за стелс пошел? Я серьезно, не, вообще не ожидал всего. Уходи. Уходи, Нарик. О нет, бутылки, похоже, это ад. Да, посидим. Самое время. Присядь, Макс. Тебе стоит передохнуть. Стоит. Особенно после того, как я выкопаю ее тело. Если это мой кошмар, то пусть тут будет хоть одно укрытие. Конечно, место, где Хлоя и Рэйчел обычно прятались от мира. Я не смогу долго здесь прятаться, какая бы это ни была реальность. Она похожа на дурной сон. А что, если я не научусь на своих ошибках? Ты станешь моим лучшим портретом, Макс. А может, настоящим уроком будет побег из этого места? Вполне возможно. Так, это туда пошел. В какую сторону развернется? Макс. Мы с Рэйчел планируем внизу канализацию. А зачем мне их находить? Тоже можно посидеть? Прикольно. Размышлений нет, да? Снег пошел. Ну, а, пропусти. Эй, шлюха, ты можешь исключить меня, но из чего-то сбежать чуть не можешь. Воу. Нифига, внезапно. Не спорь, шеф-поваром. Ага, ты-то у нас повар от бога. Ты да, мама, нет, да. Я ей передам. Мы все будем работать в двух китах, да-да-да. Что? Я не знал, что тебе нужно за продуктами. Белка! Мне что-то сделать надо? Мотать время не могу. Shit, where are my keys? That's a dollar for the swear jar. You mean your college fund? Whoa. Так, стоп, я тут отметку не поставил какую-то. Бля, где ж ключи? Another dollar for the swear jar. You're bankrupting. Это обдираловка. Aha. You can't hide from me forever. Now lock up after I leave. Play nice. Try not to destroy too much of the house. О, привет, Макс, не передашь привет Хлои и Джойс? Не забудь напомнить, что позвонила мне умереть, что позволила мне умереть. Чувак, там я ничего не могу сделать, встань. Воу. Добрый вечер, юный Макс. Белки умеют со мной говорить, но как ты это делаешь? У Самуэля ведь нет телефона. Рэйчел. Привет, Макс, Рэйчел Эмбер на связи. Просто захотелось представиться. Скоро увидимся. Очень скоро. Эш, мурашки пошли. Помпиду, да. Так, это не может говорить. Окей, Помпиду. Сука, не смей связаться с Фрэнком. Или со мной. Есть что по вкусняхам. Нейтан. Макс, мне так нравятся фотки с тобой, снятые Джефферсоном. Он идеально запечатлел тебя. Если вдруг захочешь, можем вместе потусить, накуриться. Иди ты нафиг. Макс, это твоя подруга Хлоя, та, которую ты бросила в коляске в другой реальности. Разве я тебя не поблагодарил перед тем, как ты свалила в другую жизнь?
Ты не только плюнула на мою судьбу, но еще и сразу же прыгнула в эту фотографию. Сколько, блядь, еще раз ты бросишь меня, одну хиппи? Мы создаем другие реальности? Вот этими скачками. Да, то есть там продолжается жизнь какая-то. Сколько еще будет длиться этот кошмар? Ё-моё, я голая. Ну, почти. Опять смотреть? Опять? Что? Думаю, ты идеально подойдешь для моей новой фотосессии на ретро-пленку. У тебя есть качества, которые мне полюбились в Рич Лэмбер, но не в Макс. Да Макс просто долбанный ребенок. Господи, не говори. И она никогда не замолчит. Не замолкает, да? Мне так надоела ее хипстерская хрень. Мне кажется, Макс уже во всех Блэквелле достала. Давай это докажем. Твою мать, Уоррен. Макс хотел нас обоих запикапить. Видимо, она не такая наивная, как притворяется. Но никогда она пытается замутиться с нами обоими. Я хочу обезьянничать только с тобой, Хлоя. Иди сюда. А, то есть это все-таки повлияло как-то, понятно. Блин, я не понимаю. Господи, да ты сексуальная сучка. Чего ты тусуешься с этой Макс? Сколько смертных. Она мне скорее как прислужница. Понимаю. Не хочешь пойти на вечеринку? У меня целый наркопритон в комнате. Черт, смотри, Макс, за нами шпионит. Делай же твой ебаный снимок, сука. Или селфи. Вот видишь, именно так надо отрываться, Макс. Никаких тебе маршрапитов. Блин, Виктория, вот ты настоящая женщина, не то, что та девчонка Макс. Мне пиздец, как нравятся твои татухи, Хлоя. Ты такая сексуальная. Поверить трудно, как так долго искали друг друга. Прикольно. Почему ты получил эти способности? Ты ведь понятия не имеешь, как им пользоваться. Уйди отсюда. Вторая чел мертва, а ты все еще жива. Жизнь. Так несправедливо. Хотел бы, чтобы ты никогда не возвращалась в Аркадию, Бэй. Единственная буря здесь — это ты. Это просто какие-то гадости наговорили, я не знаю, херня какая-то. Чё? А я помню пароль, что ли? Я вижу ориентир. Так, стоп. Они все целые. Ну, один тыкали. 5, 4, 2 вообще новые. Ну, 8 вообще один раз, походу, нажимали. 1, 3, 6, 7, мне кажется. Что-то вот с этого. Шесть и семь. Же собись, комната вся списана числами. И как я нажму нужный код? Ну как бы вообще похер. 1, 3, 6, 7, да? 1, 3, 7, 6. 1, 3, 2, 5. А может там 3 цифры только? Пять. Ну, блин, не знаю. Пофиг. 1, 3, 7, 6 в этот раз. Нет. Окей. 1.
7, 3, 6. Поменяем местами 7 и 6. Нет, теперь тройку сюда. 7. Теперь здесь 7, здесь 6. Теперь 1. Почему зеркало не отражает эти номера? Что-то отразиться должно. Один, один, три, ноль. Ноль, три, один, один. Изи. Don't kill us, Max. Не убивай нас, Макс. I guess I'll never dance again, Max. Right when I was about to start a new life in California. I can't believe Max, you kissed me. I thought we were on the same team. You're going to kill me? I always thought of now you like I'll a daughter. Die alone. Breaker, breaker. And now you're going to take Thanks for my me husband in. And new Don't baby. Don't let the squirrels we'll die. We'll have to go without me. I thought you were one of the few people I could trust at Blackwell. Опять Зевс. I wish we had been friends, Max. Has my husband and new baby. Там Max. Now you're going. I thought we were on the same team. Now I'll die alone. You kissed me. I guess I'll never dance again, Max. Kill me. Right when I was about to start a new life in California. Honey, I always thought of you like a doll. So this is how Max gets. Значит, не надо было его целовать. Killing me is so. I know I haven't been the best principal to you. My husband and new baby. But you've been a great. We'll have to go without me. О, я не видел. Who? Кто ты? Who are you? Holy shit! Твою же овсянку. Ты серьезно? I'm you. Я это ты, дурочка. Ну или одна из тех Макс, которые ты оставила позади. Ты поможешь мне выбраться отсюда? Значит, теперь тебе нужна помощь. Думала, ты контролируешь всех и вся. Хотела обвести вокруг пальца. Я пыталась помочь всем. Я пыталась помочь всем. Всем, чего хотела. Поступить правильно. Нет, все, что ты хотела, стать популярной. Чушь. Если еле успел получить свою удивительную силу, а уже задумал дурить людей, делая вид, что тебе на них не наплевать. Мне не все равно, как бы ты что несешь. Мне не наплевать, поэтому я пыталась со всеми дружить. Говоря людям то, что они хотят услышать. Ты просто нашла легкий путь. По-другому то заводить друзей ты не умеешь. Это неправда. У меня есть замечательные друзья. Я использовал свои силы лишь для блага окружающих. Я тебя умоляю, хватит изображать святую невинность. Из тебя так и прет лицемерие. Ты оставил за собой дорожку смерти и страданий. Я в этом не виновата, сука, ты такая. Не смей так говорить о нашей маме. А давай поговорим о бедах, которые произошли из тебя. Погоди, ты разъебала время и пространство ради своей драгоценной панк-подружки Хлои. Думаешь, она того стоит? Она моя лучшая подруга, как бы это да. Oh, yeah. Ну, конечно. Да ты за 5 лет ни разу не связался со своей лучшей подругой. А ведь ей пришлось пройти через натощак. Хорошая ты подруга. У Хлои и то получше получалось вызывать у меня чувство силы. Потому что ты позволил ей издеваться над тобой. Это называется стокгольмский синдром. А, видимо, ты... Значит, тебе придется выучить этот урок, испытав его на своей шкуре, как и Рэйчел. Да заткнись ты уже. Ты меня нисколько не пугаешь. Я бы больше опасалась, что нас убьет Хлоя, а не Джефферсон. Макс, ты правда думаешь, что она нам подруга? Что она нас хоть каплю уважает? Блин, ты такая тупая. Мне стыдно носить твое имя. Когда-нибудь Хлоя уничтожит. Вот черт. Помянешь дьявола. Что происходит? Чувиха, не еби ей мозг. Она знает, что через что мы прошли эту неделю. Ты не можешь сломить нашу команду. Такова реальность. Прошло уже 5 лет, а ты все еще та же Макс Колфилд. Я и правда рад тебя видеть.
Welcome home, Max. С возвращением, Макс. Fasten your seatbelt. Пристегни ремень. Что? Я помню, что в твоем месяце у тебя был день рождения. Это камера моего родного отца. Я хочу, чтобы ты ее взяла. Да, конечно, спасибо тебе. Камера потрясная. Сейчас нам все... Ну, раз вся эта сопливая лабудин позади, пришло время стиль дайвинга. Разнеси все к херам. Да-да, я ебанутый на голову. Давай потанцуем, потряси своей тощей попкой. Или сфоткай меня новой камерой. Охуенная песня. Что, хиппи не умеет танцевать? Давай! Жги, подруга! Йо, выруби музыку, выруби! Тебе нужно спрятаться сейчас же. Мой отчим убьет меня, если увидит тебя здесь. Ну, по-моему, нормальные друзья, типа... Но сегодня ты была рядом, Макс. Ты спасла меня. Я до сих пор в шоке от этого. 30 тебя после стольких лет такое чувство. Судьба. Если это судьба, то я надеюсь, что мы отыщем Рэйчел. Я скучаю по ней, Макс. Так, ну мы приближаемся к концу. Что это за херня? Где? Снежинки? А, или же надвигается буря. Макс, начни с самого начала. Расскажи мне обо всем. Типа, я не вижу ничего здесь такого-то. Вроде нормально все. Давай обсудим твои суперспособности. Как же это... Я клянусь верности Макс и силам, данной ей. Ты можешь перемотать время, Макс. Это же полный пиздец. Нам нужно поиграть. Вот это не очень хорошо, конечно. Тебе нужен надежный напарник. Ладно, чудо-девочка. Показывай дорогу в берлог Хлои. Добро пожаловать в ржавое сердце Америки. Мои убийцы вдали от дома. Дикую и необузданную. На тебя похоже. Макс, ты хоть представляешь, насколько ты круто? Я вернул твою лучшую подругу, на которой к тому же что-то там. Мне что-то нехорошо. И она поддержала. Макс, дай мне показать тебе место, где можно развеяться. Ты меня до утрачки напугала. Полегчало? Ты меня снова спасла, охренеть. Мы теперь навеки связаны. Классно. Раз уж ты у нас таинственный супергерой, я буду твоим верным спутником и соратником. Классная фотка может быть здесь. Я сомневаюсь, что мои способности вечны, Хлоя. Ну ладно, зато мы вечны. Я так рад, что именно ты мой подельник. Главное оставаться моим спутником. Возможно, я открою эту дверь быстрее тебя, взломщица. Гонка началась. До встречи. Добро пожаловать в мои владения. Ты воистину волшебница. Понятия не имею, как туда попала, но у тебя получилось, сестрица. А мы каждого так будем вспоминать? Макс, тебе стоит взглянуть на эти файлы. Это не рисунок. Гляди, Рэйчел проявочный, снова и снова. И все. Нет, ты не заберешь с собой это кресло. Макс, ты что, умеешь читать мысли? Или ты уже видел, как я пытаюсь взять его и отмотал время назад? Черт, я в ступоре. Это сила лучшей подруги, я знаю, как тебя так облупленную. Бомбочка! И мои воды забрала выдра. Твои силы все меняют, Макс. И в большей степени тебя. Могу с уверенностью сказать, что ты не та сыкух, которую я знала. Ну, спасибо тебе, подруга. Ну, а ты заставляешь меня чувствовать, что я не просто так осталась в Аркадии Бэй. Блин, как много всего-то было. Будем считать, у нас ничья. Я себе всю задницу отморожу, когда выйду из воды. А ты симпатичный со всеми этими химикатами. Прячься. Тебе нельзя возвращаться в общагу. Ты же как блэквудский беженец. Перекантуешься у меня. Бомба-то бомба. Вот это свинка. После вчерашнего мир кажется совсем другим. Вчера мы остановили Блэквуд коричневый знак. Хотела бы я так поваляться все утро, как раньше.
Наверное, пора вставать. Мне скоро нужно быть в Блэквилле. Дважды спари. Целуй меня. Черт, а ты же жжешь, Макс? Я теперь могу написать Уоррену и сказать, что у него нет шансов. Разве что ему нравится лесби. Какая ты зараза. Ох, какая шикарная тачка. Представь, как круто было бы уехать на ней куда-нибудь на побережье. Например, в Биг... Это что такое? Я не помню такого. Но я знаю, иногда охота помечтать. Мне так блевать от мысли, что Рэйчел вот так позировала для Фрэнка. И писала ему любовные записки. Поверь мне, не могу, что она трахалась с ним. Все это время она врала мне прямо в лицо. Почему она ничего не рассказывала? Потому что знал, как ты это отреагируешь. Значит, херовая у нее подруга, да? Очередной человек, обманувший меня. Всю жизнь меня подводят близкие люди. Сначала погибает, потом еще и ты уезжаешь. Мать позже влюбляется в отчима, хуй отчима. Теперь Рэйчел меня предала. Да хорош, что ли, это ерунда какая-то. Пока я ее не вижу, нет. Ты знаешь правила, папа. Черт, мне так повезло, что мой отец так крут. Макс, твою мать, ты странная. С тобой все в порядке? Хлоя, я такая классная. Мы классные. Не знаю, кто так говорит. Серьезно, так раз кто-то разговаривает, мы классные. Странно снова с тобой тусоваться. Понимаю, но я рада, что мы снова вместе. Слушай, общаться со мной как с ребенком — это худшее, что ты можешь делать. Я все еще хочу смеяться и говорить о всякой херне со своей лучшей подругой. Может, остановимся? Отсюда открывается самый классный вид на закат, как фотографы называют. Золотой час. Вау, крутая фотка. Мы так клево выглядим в этих пиратских костюмах. Жаль, что мы не покорили Аркадий Бэй, пока у нас была такая возможность. Слушай, Макс, моя дыхательная система с каждым днем ослабевает. Я слышал, как доктора говорили об этом, когда думали, что я в отключке. Я не понимаю, что просто откладывает неминуемое, пока родители страдают, я вместе с ними. Я не хочу, чтобы все заканчивалось именно так. Что? О чем ты? Я имею в виду, что мне было бы очень приятно снова провести время с тобой. Я вспомнила, как мы убегали по всему городу, будучи детьми, и делали все, что заблагорассудится. Я не хочу как бы вернуться в те времена. Я хочу, чтобы время, проведенное с тобой, было моим последним воспоминанием. Ты понимаешь, о чем я? Хлоя, ты вернулась? Где? Просто я так рад... Вау, фотка... А, вот. Просто я так рада, что ты здесь. Ты будто под кайфом. Но спасибо за утренние обнимашки. Мы всю ночь играли в КСА и Аркадия Б, а теперь я сижу в замешательстве, пытаясь сопоставить всю эту информацию. Кейт была не первой. Все эти папки для остальных жертв. Виктория следующая. Нейтан, наверное, накачает ее сегодня на вечеринке циклона. Рэйчел. Не может быть, это все постанова, так ведь? Так? Свалка, Макс, нам нужно найти на это место немедленно. Тогда мы узнаем, что случилось. Не может быть, чтобы она умерла. Нет, она позировала для этих фотографий. Макс, я точно знаю. Прошу, пойдем. Ох, Рэйчел, нет, нет. Только не она. Хлоя. Рэйчел, за что? Мне жаль, Хлоя, мне так жаль. Я ведь так сильно ее любила. Как она могла умереть? Что это за мир такой? Она два раза спросила, что за мир. Типа, будет еще что-то? Ну, типа, вроде все. Субтитры просто не читают. Ну же, Макс, мы почти добрались. А, типа, это тот момент, где мы сейчас. Прошу, очнись.
Макс, чуть-чуть. Не беспокойся, все будет хорошо. Ну да, мы вернулись туда. Макс, ты меня слышишь? Пожалуйста, скажи что-нибудь, что-нибудь. Хлоя, я похоже, отрубилась, прости. Ок, слава богу, больше никогда так не делай, ясно? Клянусь, но тот кошмар был таким реальным, таким страшным. Клянусь, ну, типа, да. Я не понимаю, как время может так создать. Это моя буря. Я начала все это. Я всему причина. Я так часто меняла судьбу, что... умудрился нарушить естественный ход вещей. Все, что я посеял, это смерть и разрушение. Ну и хуй с ним. Тебе была дарована эта сила, ты ее не просила. А потом ты спасла меня. Все это должно было произойти, это не закономерно. Только Рэйчел не заслужила такой участи. Но без твоей силы мы бы даже ее не нашли. Пусть ты и не странный повелитель времени, но ты Макс Колфрид, ты потрясающая. Макс, другого выхода нет. Такое чувство, будто я сделал этот снимок тысячи лет назад. Ты можешь использовать фотографию, чтобы перемотать на время ее съемки. И? Мне всего лишь придется умереть? Прошло нахер, нет, ни за что. Сейчас для меня важна только ты. Кроме тебя мне никого не нужен. Знаю, ты много раз это доказывала, хоть и этого не заслужила. Я такая эгоистка. В отличие от моей мамы. Ты только посмотри, через что ей пришлось пройти. И она прошла. Она заслуживает гораздо больше, чем быть убитой штормом в ебучей закусочной. Даже мой отчим заслужил ее смерти. Пока где быть столько людей, которых заслуживает жизни больше, чем я. Не говори так, я не променяю тебя. Это не торги. А что если это просто откладывало неизбежное? Вспомни, сколько раз ты почти умирала. Посмотри, что происходит в Аркадии Бэй с того момента, как ты спасла меня впервые. Знаю, я эгоистка, но сейчас я хочу, чтобы принять свою судьбу, нашу судьбу. Хлоя. Макс, на той неделе ты наконец-то вернулась ко мне, и... ты подарила мне свою любовь, свою дружбу. Заставил меня улыбаться и смеяться, чего я уже 100 лет не делала. Где бы я ни казалась, неважно в какой реальности. Все эти моменты, проведенные с тобой, реальны, и они навсегда останутся нашими. Что бы ты ни выбрала, я знаю, твой выбор будет правильным. Хлоя, я не могу принять это решение. Нет, Макс. Только ты и можешь. Ебать! Не, ну смотрите, понятно то, что это личный человек, типа, все дела. Там людей гораздо больше. Может, там можно что-то изменить еще при этом. Ну, пожертвовать Аркадий Бэй, это тупо. Очень тупо, это не хочется... Это... Хочется это сделать из-за того, что, типа, не хочешь жертвовать Хлоей. Но это очень тупо. И очень... эгоистично как раз.
Ладно, ладно. Макс. Макс. Пора. Мне, мне очень, очень жаль. Я не хочу этого делать. Не знаю, Макс, но мы должны всех спасти, понимаешь? И заставить тех ублюдков заплатить за то, что они сделали с Рэйчел. Наша с тобой неделя для меня это лучший прощальный подарок. Ты моя героиня, Макс. Но, Хлоя, я буду очень по тебе скучать. Я всегда буду любить тебя. Теперь уходи отсюда, пожалуйста. Уходи, пока я не сорвалась. Не сорвалась с чем? И Макс Колфрил. Только попробуй меня забыть. Ни за что. Ну, вообще там никогда было, а ни за что. Стой, а фотографию же там вначале можно бы и было не делать. Все хорошо, Нейтан. Не паникуй, все в порядке, ты, братишка, просто сосчитай до трех. Не бойся, это твоя школа. Захочешь взорвать ее, взорвешь ее. Ты здесь босс. Так, чего тебе? Надеюсь, ты проверил периметр. Итак, перейдем к делу. У меня для тебя ничего нет. Ошибаешься, у тебя даже жопа бабла. Ты, блядь, понятия не имеешь, что я такое, во что ты ввязываешься? Где ты его достал? Что ты творишь? Ну же, отпусти его! Никогда мне не указывай! За убийство у тебя будет гораздо больше проблем, чем за наркотики. Да пышвалик, как...
Да, это конец. Чё, игра мне очень понравилась. Я не знаю, тут когда обзор буду мне писать, это очень долго делать. Потому что я еще даже, блин, на диск Элизиум не написал, там намного чего, еще, блин, не на все надо можно написать. Тим не позволяет, потому что, типа, игры удалили многие. Ой, блин, ладно. Что еще-то? Следующая игра та же самая, вот это мы, типа, будем делать странные решения, которые... Только возможно, которые я, короче, ни в коем случае не выбирал. Буду комментировать, типа, как мудак, скажем так. Вот. Пробежимся, скорее всего, гораздо быстрее, потому что мы не будем всякие на предметы заострить внимание. Там в некоторых местах, которые я только запомнил, там будем обращать внимание на эти предметы. А так нет. Вот. Ладно, всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал, оставляем комментарии, заходим в группу, там есть скриншоты, обзоры, саундтреки. Ну и как обычно, всем спасибо и всем пока. Да, не всем пока, я забыл про эту штуку, про выборы всякие. Раскол, смотрите-ка, у нас получается два варианта, и все примерно 50 на 50 это все выбирали. И все-таки большинство, ну как большинство, чуть-чуть с маленьким перевесом жертвует Хлои, вот... Там еще статистика френдов. Френды и вообще 50 на 50 у меня, даже не знаю, что делать. Я хз, я бы... Мы это посмотрим по-любому, потому что, типа, будем еще раз проходить. Я так понимаю, здесь и других вариантов в принципе нету. Вот. Здесь что у нас? Мировая статистика. Во-первых, переключимся на мировую статистику. Дэвид получил шрам во время драки. А можно не получить? Ни хрена себе. Дэвид убил Джефферсона. Как это не позволяет игра сделать? А, вспомнил, это другое. Это выбор, где сказать и не сказать. Все, вспомнил. Вы спасли дальнобойщика. Но почему бы его не спасти? Вы не спасли... Кто это? Я не помню даже, кто это. Вы спасли Алису. Но я ее заметил. Я даже не видел его. Если бы видел, может, спас бы. Даже не может быть, я спас бы. Вы спасли рыбака. Ну, потому что он молодец. Вы помогли Джойси снова поверить в Дэвида. У-у-у, нифига. Вы рассказали Фрэнку правду о Рэйчел. Ну, потому что нужно. Вы поцеловали Уоррена. Ну, я знаю, почему это делаю. Тут даже еще больше шансов, типа, идут. В принципе, все то же самое. Вот здесь, типа, я не заметил его. Ладно. Вот теперь все. Наверное. Типа, давайте дальше где-то предыдущее выйти. Это будет уже меню, да? Да, главное меню. Ну, пройдем еще раз потом. Выбрать эпизоды, выборы... А, типа, играть нету, да? Ладно, все. На этом заканчиваем. Немножко еще 2 минуты плюсом. Там к той записи. Не знаю, как так получается. У меня частенько прохождение игры заканчивается именно в то время, когда... Насколько игра... У меня серия рассчитана. Вот, насколько серия рассчитана. Это странно. Ну ладно, все. Всем пока.